Конечно, настроение, мне кажется, лучше, чем у «Превыгры», потому что эта «Превыгра» в Ницце была после 2 месяца последней официальной игры «Локомотива» в чемпионате России. Играли только товарищеские игры, и, конечно, это совсем по-другому. Я думаю, что все понимали, что первый игры там был очень плохо. Не были достаточно сконцентрированы. Конечно, сейчас будем исправить это. Ждем много болельщиков завтра. Для нас всегда это очень важно, когда играем здесь, на РЖД арене. Вот, всегда это большая поддержка для нас, дает больше мотивации. Ну, Балотелли, все знаете, что он очень хороший нападающий, очень хороший игрок. Конечно, забил 2 гола, но вот первый гол всю работу сделал Сан-Максимин, а второй был пенальти. Но видели тоже пенальти. Сначала живот прога мяча, потом рука. Вот. Просто в их вот этот момент был больше удачи. И, конечно, вот это игры, как сказал, будем исправить первый тайм.